Во время Великой Отечественной, будучи медсестрой, Таджира Газиева спасла сотни жизней. Она вспоминает ужасы войны и победу со слезами на глазах. В гостях у ветерана побывала Хаяла Юсупзаде. Первый день войны я до конца не верила, что это правда. На фронт Таджира Газиева записалась добровольцем в числе первых. За несколько месяцев окончила медицинские курсы, а потом, по ее словам, оказалась в аду на 4 года. Помню, как нашу 402-ю дивизию немцы начали бомбить. Все бежали кто куда. Я прыгнула во взрывную воронку. Со мной рядом лежал раненый офицер лет 40. Я разорвала свою рубашку и перевязала ему рану, чтобы остановить кровь. Все это время он твердил только одно. «Оставь меня, дочка. Все равно я не выживу». Но 18-летняя медсестра его не послушала. Таджира Газиева дотащила офицера до санчасти, и он выжил. За жизни сотен советских солдат она боролась в Моздоке, Таганроге и в Киеве. Они после войны меня находили. Даже однажды я пришла на прием к большому начальнику, а он оказался моим раненым. Он меня узнал и вышел в приемную со слезами на глазах. Представил меня и громко сказал: «В жизни я благодарен только маме и вам, которая подарила мне вторую жизнь». Победу встретила в Берлине. После войны вернулась на родину. Вышла замуж тоже за участника Великой Отечественной. Мы залечили душевные раны друг друга. У нас родились 11 детей. Работала продавщицей и директором детсада, и даже в колхозе успела поработать. И везде получала почетные грамоты. Сейчас у ветерана Таджиры Газиевой больше 80 внуков и правнуков. И все стараются уделить внимание бабушке. Больше всего к ней привязан внук Гамитбек. Ее рассказы про войну я знаю наизусть. И обязательно, когда вырасту, напишу книгу о ней, чтобы и мои дети, и дети моих детей помнили нашу отважную бабушку. В этом году Таджира Газиева отмечает свое столетие. И каждый день она повторяет одни и те же слова. Лишь бы не было войны. Хаяла Юсупзаде, Хикмет Гуламов, Талер Джафарли, Рамиля Мурадова, Мир-24. Я напомню, из Азербайджана на фронт во время Великой Отечественной ушло около 600 тысяч человек, половина из них не вернулась.